Всем привет! Вы находитесь на канале ОНЗАП. Меня зовут Александр. Сегодня мы находимся на нашей станции в теплом стане. Утро, воскресенье, только начало рабочего дня. Что же у нас находится в работе? Здесь у нас великолепный автомобиль Бонго. Сейчас тут Алексей где-то тут у нас закопался, меняет ГРМ. Вот у нас Леха, скажи всем привет. Только-только начал разбирать. Помимо ГРМа здесь еще будут некоторые работы сопутствующие. Ну, в общем-то, стандартно, ничего нового. Так, здесь уже не первый день стоит у нас Kia Carnival 3. С интересной историей, на самом деле. Человек его купил, пригнал его из Кореи с небольшим пробегом и сразу решил его чипануть для увеличения мощности. Скорее всего, из-за некорректного чип-тюнинга у человека умерла турбина. Мы ее уже поменяли. Сейчас будем возвращать стоковую прошивку, потому что клиент сказал, что он не готов менять эти турбины каждые 10 тысяч пробега. Как раз Алексей там у нас сейчас занимается. Снял блок ЭБУ и немножко колдует с ним. Так, ну что тут еще интересного? Ну, здесь у нас Kia Optima. Тоже немножко нестандартный ремонт. У человека полный выхлоп воды. Вот сейчас будем демонтировать полностью выхлоп, сливать воду, продувать, потому что вот эта банка, она у нас полностью нерабочая. Судя по звуку, который она издает, полностью забита водой. Человек боится, что ее просто разорвет на морозе. Здесь вот у нас стоит легендарный автомобиль Hyundai Grand Starex. Прогревается как раз после сборки двигателя. Алексей у нас занимается этим автомобилем. Здесь тоже такой очень редкий случай. Клиент обратился к нам с посторонним стуком двигателя. При полной разборке двигателя выявили, что у него лопнуло колено пополам. Кстати, где-то оно должно быть даже еще недалеко. А, вот оно у нас. А вот и виновник торжества. Вот так вот выглядит лопнувшее колено на Grand Starex. Сегодня клиент приедет уже забирать автомобиль, радостный, довольный. Алексей ради этого даже вышел в свой выходной. А здесь у нас небольшая стояночка наших долгосрочных ремонтов. Машина Kia Quaris. Обратился к нам то, что у него постоянно уходит антифриз. Ну, в итоге дошло дело до снятия головок. При снятии головок мы уже увидели, что мы не первые, кто залезает в этот двигатель. Ну и стандартно, на самом деле, для этих движков при снятии головок очень часто повреждаются резьбы в блоке под болты ГБЦ. Этот двигатель уже ремонтировали до нас, но и делали это, мягко говоря, не очень качественно, потому что все резьбы уже были восстановлены. Это вот остатки этих вертышей, на которых, собственно, и держались головки. Ну, при демонтаже головок все болты практически у нас открутились от руки. Вот сейчас уже восстановили все резьбы, именно как оно нужно сделать. И сейчас ждем запчасти для того, чтобы приступать к сборке. Ну, ориентировочно где-то через там пару-тройку дней все запчасти к нам поступят, будем собирать. Ну и что хотелось бы сказать вам напоследок. Если вы являетесь владельцем корейского автомобиля и проживаете в Москве, в области, и вам удобно подъехать к нам на теплый стан, мы всегда рады вас принять у себя, выслушать и помочь вам с теми неисправностями, которые вас беспокоят. Все, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждем вас снова.